начнем со второго этажа и будем спать на втором. Это будет наша кровать. Тут есть еще две комнаты, насколько я понимаю, не для родителей. А здесь у нас кровать? Да. Тут у нас диван. Там шкаф с книгами. И игрушка. Да. А вот сейчас мы вам покажем еще первый этаж. Ну, поехали дальше. Тут телевизор. Тут камин. Ну, его не очень видно, он темный. Да. Шкаф. Да. Тут у нас кухня. Холодильник, печка. О, вот, кстати, для хлеба есть. Хлебница. Да. Тут у нас длинный стол и ванная. Вот, собственно, весь наш дом. Да. Двухэтажный. И завтра мы покажем вам улицу. Да, потому что уже поздно, мы это снимаем поздно. И там есть фонарик. И на улице очень темно. Так что до завтра. Всем привет. Мы уже проснулись, умылись, оделись. И сейчас идем на утреннюю пробежку и просто поиграть на свежем воздухе. Дома вам уже показывали, теперь пришло время улицы. Да, обещаю. Так, тут у нас прямо стоит стол. Да. Да, видим. Там беседка с мангалом, да, мы жарим там шашлык. И тут наша любимая площадка. Это сестра ее еще раз. Ксюша. Вот наша площадка, она маленькая, но на ней очень интересно. Тут вот такая клумба. Пойдемте дальше. Да. Тут такая красивая арка, которая обросла розами. Как... Там соседний двор и вот такая дорожка. Тут летом вот тут вот ставят бассейн. Но как сейчас уже прохладно, бассейн будет и купаться ставить холодно. Поэтому его убрали. И еще тут техника. Да. Здесь у нас... Идем дальше. Здесь у нас садик красивый. Да, красивый очень сад. Подстриженный. Такие деревья. Там у нас ворота и выход на улицу. Ну, вот весь наш двор. Саня! Привет! У нас полезный перекус, яблочное пюре. Пока что нет.